сиськи, масёськи, про пердоськи, про папа. Рыбачи, значит, да? Ёпарусы, ты как здесь оказался? Чё пугаешь? Чё, клюёт чё-то, не? Клюёт. Хорошо, это хорошо. А чё, много рыбы словила, не? Нормально словила. Это тоже хорошо, да. А поделишься уловом своим или не? Поделюсь. А чё, как, не скучаешь здесь? Не скучно? Не скучаю. Слушай, а давай на свиньях полетаем, а? У тебя с головой всё нормально? Говорю, на свиньях давай полетаем. Кого? Какие свиньи? Летательные свиньи! Алло, не мешай мне рыбу ловить, иди отсюда вон! Ты куда пришёл? Да чё ты сидишь здесь жопой клюёшь? Да рыбу она... Да хватит эту рыбу уже ловить. Я тебе предлагаю авантюру на свиньях полетать. Я комменты читал под предыдущими сериями. Подписчик написал, что есть один способ, который позволяет далеко лететь на свиньях. Я хочу на свиньях полетать. Ты когда-то летала на них, нет? Так, ну с этого и надо было начинать, раз подписчик написал. Так, а что надо делать? Пошли, давай. А план, капкан есть, все есть, надо просто его продумать от самого начала до самого конца. Не зря, как бы, мы с Катей читаем комменты подписчиков, но проблема в том, что мы только комменты подписчиков читаем. То есть, те, кто не подписаны, те комменты мы не читаем. Поэтому, что надо, Катя, сделать? Читать комменты? Подписаться. А, ну да, конечно. Как без этого? Короче, я иду, прямо сейчас строю огромнейшую площадку возле нашего лифта для того, чтобы потом туда поднять как-то свиней. Твоя задача, Кать, ты за мной не топай. Ты мне здесь, в принципе, не нужна. А ты иди домой, бери где-то 4 бутылька пустых. Вот это бутылочки, с помощью которых мы мед собираем. Они возле конюшни вот там. Все понятно? Да, бутылочки взяла. Так, давай. А я сейчас строю, потом нам с тобой нужно... А у нас дома даже свиней нет, да? Кстати, да, непорядок, нужно срочно завести свиней. Как это так? У нас все животные есть, кроме свиней. Неясно. Так. Вот сюда строим, главное, чтобы никто из нас не шандарахнулся, поэтому выстраиваем здесь по максимуму. Так, ну в принципе нормально, она такая широкая, длинная, это хорошо. Опа! Здорово! Здорово, ёпты, здорово. Ёпрст, это что такое тут? Мне одного блока не хватило. Ладно, тогда это срубаем, чёртовой бабушке, если не хватило, чтобы все симметрично было. Ты все принесла? Так, смотри, ты просил. Поводок. Поводок я не просил, я седла просил. Светокаменную пыль, бутылки ты просил. Светокаменную пыль, на кой черт, я ее не просил. Да я просто избавиться хочу от нее, у меня инвентарь заполнен. И вот, 3 седла держи. Все хорошо, бутылочки взяла, все взяла, молодец. Так, площадка нормальная? Нормальная. Высокая, разбиться можно, так что нормальная. Катя уже на себе протестировала. Так, Кать, встречаемся с тобой. Опа. Дома. Где? Здорово, ты где? Дома прям, в самом доме встречаемся. Здорово. А сейчас урок химии. Для того, чтобы полететь на свиньях, нам с тобой нужно зелье медленного падения. Для того, чтобы полететь на свиньях, нам с тобой нужно зелье ускорения, вроде, если я не ошибаюсь, 2 уровня. Для того, чтобы сделать зелье, нам с тобой понадобится огненный вроде порошок, как он называется, адский нарост, тоже, как он называется. И самое ценное, что нам нужно, Кать, с тобой, это мембраны фантома. Это, наверное... А можно я что-нибудь сделаю? Да, сейчас я возьму все необходимые ресурсы. Это, наверное, самые дорогие зелья, которые мы с Катей когда-либо делали. Так, у нас тростник. А, есть тростник или нет тростника? Вот я сюда складывала тростник, вот в этот сундук. Вот он, 11 штук. Так, сахарный тростник есть. Дальше адский нарост есть. И вроде, если я не ошибаюсь, это все, что нам с тобой нужно будет. Давай сюда, давай быстро, наверх.
Первое, что мы с тобой сделаем, это зелье медленного падения. Давай закрывай. Можно я, можно я, можно я? Двери, закрывай, здесь химия сейчас будет происходить. Подожди, я сначала... Между нами химия? Между нами химия, и вот в этой зелеварке тоже химия. Я сначала подожгу эту зелеварку, вот так. Сейчас поставлю сюда бутылочки. Вот, ну, сколько делаем зелий? Ну, давай сразу три, вот так. На будущее, про запас надо. Держи один на рост и ставь вот туда, давай. Так, куда ставь? Наверх, да? Наверх, наверх ставь. Ага. Ага, и что дальше? Конечно, с пустых бутылочек вряд ли мы с тобой зелье сможем приготовить. Тупой тупица я. Так, раз, два, три. Все, вот сейчас все будет работать. Давай. Да, тоже мне Майнкрафтер, блин. Все, все работает. Ждем, если я хорошо помню, грубое зелье. Сейчас посмотрим, если ничего не получится, ты уволен из Майнкрафта. Ага, а кто ролики будет записывать? Ты что ли? Я, походу, умнее тебя в этой серии буду. Ой, давай без этого. Мутное зелье получилось. А нам какое нужно? Грубое. А ну подожди, если я сюда поставлю мембрану фантома, посмотрим сейчас, что получится. Если я что-то другое накочегарю... Ты уволен. Бан тебе моментальный. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Карьера Майнкрафтера горит. Зелье полного падения! Да! Значит, я с тобой не лоханулся. Ну, в смысле, я сам не лоханулся. Так, подожди, его не надо забирать. Я еще одно забыл. Порох нам нужно взять и сейчас с этого обычного зелья сделать разбивающееся об землю зелье. Давай, поставь обратно. Подожди, ты же сказал, нам нужно грубое зелье. Я не знаю, короче, вот эти все обновления в Майнкрафте, они непонятные, все. Ага. Это порох, да, сейчас у нас туда? Это порох сейчас у нас туда. Это порох у нас сейчас туда? Это туда у нас сейчас порох, туда сейчас. Человек взорвется, все нафиг. Ничего не взорвется, все. Забирай все эти зелья, давай я одно себе возьму, ты забирай. Короче, следующий у нас... Разбиваю! Нет, ты с ума сошла, сейчас-то зачем его разбивать? Подожди, еще раз, три бутылочки. Наполняем морской водой, заходим обратно, ставим их. И сейчас, Катя, на очереди ставь еще один. Вот этот, на рост ставь еще один. На ростик давай. Ростик на ростик. Ростики, простите, пожалуйста. Все, ждем. Надеюсь, то, что и в этот раз у нас все получится. А, подожди, да, я сахар сделаю. Подожди, вот так, сахарочек. Сахарочек я тебе тоже выбросил. Сейчас его сразу же поставишь. Ага. Подождем. Тупо уроки химии, короче. Не, запоминайте, дети. Придете в школу, Мария Ивановна скажет, как там, вот, Петька, как там сделать вот это? А ты скажешь, я Дисона, ёб, ты смотрю, мать, вообще, рот закрой, я химик еще тот. Так, ну ничего так... Ничего не получилось. В смысле ничего? Зелье стремительности. Скорость 8. Нам просто дали его на 8 минут. Сначала было на 3 минуты, сейчас на 8 минут, вот. Понятно. Но так вот. Чё? Ты даже не знаешь, что у нас в химии проходит. Значит, H2O плюс там H4SO4, значит, серная кислота. Смешать, что получится, да? И что получится? Не знаю, что получится. Но нет, но Петька или Вовка скажут Марии Ивановне, вообще-то Марии Ивановне надо не H2O, а вот Redstone взять. Вот этот вот порох добавить. И получится. Зелье стремительности получится. Зелье стремительности получится. Так, я надеюсь, что вот это зелье нам хватит, вот это первого уровня. Так, это все забираем и текаем. Кать, сейчас да, самое потом главное. Вовку отчислили из школы. Ну, Вовку не отчислят из школы, если Вовка скажет то, что он играет в Майнкрафт, и в Майнкрафте он выучил химию. Потому что, как говорится... Моментально просто отчисление. Как говорится, Майнкрафт... Моя жизнь. Все верно, все просто верно. Ты большой молодец у меня. Спать, идем искать свиней. Пошли. Спать и искать свиней. Обожаю эту жизнь! Ты, почти. Ты сказала, ты полетишь. Ты просто лбом шандарахнулась об пол. Пойдем. Летунья ты еще, конечно, та. Так, 2-3 свинюхи просто для количества. И все, и вот это, заводим их туда наверх, пошли. Опа, а я такую, я уже первую нашел, Кать. Так, конечно, у нас тут зоопарк, кто-то еще. Да, так, ты за мной. Дальше, там еще одна и там еще одна. Так, слушай, сразу вот эти три свинюхи здесь и есть. Так, ты за мной,
И последняя у нас где-то вот там. А у меня морковка есть, я знаю, что свинюшки любят морковку. Молодец. Уроки биологии тоже не зря прошли. Слушайте, вообще на самом деле полезно смотреть наши ролики. Вот мы не просто фигней страдаем, в Майнкрафт играем. Я свинью потерял, ёпта, где ваш брат? Да, я ее уже перехватываю. Давай, вот перехватывай, пошли. У нас сегодня химия. У нас сегодня биология. Сейчас мы будем высчитывать скорость полета. Физика, свиней. Физика. Физика у нас сейчас. Ёпперс, это свинья, она отказывается участвовать, да, в нашей игре. Ладно, вот эти две свиньи нам тоже, в принципе, хватит. Так, сейчас самое основное, надо их как-то туда запиндюлить. Кать, твоя задача, иди сюда, быстро. Ну иду, иду. Только не вздумай их чики-бомбонить. Не, чики-бомбонить не... Не надо их чики-бомбонить. Короче, Кать, не надо их чики-бомбонить. Ну и зачем ты их раз чики-бомбонила? Ты сказал, нам три свиньи надо. Ну так, вот эта третья, она маленькая. Отлично, все, давайте пойдемте с нами в туннель, пойдем. Стой, давай, держи. Маленькую пыль запущу сейчас в полет, давай. Мелкая, давай за мной. Не надо маленькую запускать ни в какой полет. Подожди, держи два поводка. Как только они поднимаются наверх, ты их перехватываешь, чтобы они обратно не шандарахнулись. Все поняла? Ага, мелкая. Ты дуремонда, ты что делаешь? Она даже, сейчас упадет, Катя, она висит у тебя просто сверху в этом зас... Помоги, она застряла. И все, ты сейчас ничего не сделаешь. Ан, попробуй взлететь или спуститься вниз, если она не разобьется, конечно. Если ты не разобьешься. Ты в курсе, что у тебя крылья есть? Ты полететь должна была, Кать! Да я нажала два раза на W, оно не сработало. Нет! Через раз работает. Это у тебя голова через раз работает. Так, по центре, давайте сюда внутрь, заходи, внутрь. Я еще хочу. Не надо, и поднимайся наверх, перехватывай свиней. Наверх поднимай, ой, ёшкины каталки, я куда-то упал. Давай. А где свинья маленькая, которая родилась? На том свете уже она с тобой упала. В смысле? В прямом смысле. Вот внутрь, внутрь зайди. Ну где вы там? Да, она не хочет внутрь заходить. Внутрь заходите, вот туда. Давай. Кать, скинь, пожалуйста, пару морковушек. Да, сейчас. Где тебе лучше, удобнее? Вот сюда, да. Давай, раз. Ой. Кью. Ага, все. Я весь так выбросил. Да, без разницы. Так, все, я вас отцепляю. Вот так. А так чем я приманивать их буду тут наверху? Как только они поднимутся, сразу вот это поводком цепляй их. Так, пацаны, давайте за мной. Да нет, в смысле в туннеле я имею в виду, за мной. Вот сюда. Ты что, с ума сошли? Вот сюда. Слушай, они умные, они не заходят. Так, сюда. Иди сюда. Сюда внутрь. Давай. Тебе надо вместе с ними. На поводке. Так. На что-то пошло не по плану. Кать, я твою же ошибку допустил. И что мне сейчас делать? Так, это самое, надо цепануть ее как-то сюда. Она где вообще? На воздухе, что ли? Так, до свидания. Она летает за мной или она упала? Она в воздухе. У нас осталась последняя свинья! Я что-то вообще не по плану, все идет. Сейчас, подожди! Что за наркомания? Мы просто. Да ничего-то не посу. Ты внутрь зайдешь вот в этот тоннель. Внутрь. Сюда, давай. Да. Ну смотри, ты какая непослушная, а. Ага, тогда запасной план. Удочка с морковкой. У тебя был запасной план? У меня всегда есть запасной план, детка. Вау. Если ты не хочешь просто залазить, значит, мы с тобой залезем. Вот так. Катя, лови нас, мы к тебе идем. Правда, очень медленно, но все же идем. Подожди, вот сейчас, стой. Ага, да, вот, да, все, стой. Лови на поводок. Лови на поводок, вот так, все, тихо. Все готово. Сейчас... Последнее, что нам с тобой надо сделать. Садись на хрюху.
Так подожди, подожди, а зелье? Садись на Хрюху. Хрюху. Так, села. Все. Так, смотри. Подожди, подожди, ты меня сейчас в стратосферу запустишь, что ли? И в стратосферу, и не знаю, и везде, куда только можно. Я тебя так сейчас запущу. Так, скорость, это у нас есть. Плавное падение у нас есть. Так. Ну что, Кать, прощайся. Мы сейчас с тобой полетим куда-то, я не знаю. В Азию, Париж, Гонконг, Китай. Куда хочешь полететь? В Гренландию. Гренландию, хорошо. А ты куда хочешь полететь? Но мне на самом деле все равно, куда ты хочешь полететь. Так, опа, одно и опа, другое. Ой. Так, я надеюсь, что она не отцепится. На счет раз, два, четыре мы прощаемся со всеми и улетаем на Марс или на Луну. Все готовы, все, дети? Давай, пускай. Давай, раз, два и три. Ты что делаешь? Ты летишь или не летишь, я не могу понять. Я тоже ничего не могу понять. Ты отцепилась от меня, Кать! Свинья, я лечу! Вниз пока! Так ты же не умерла, у тебя зелье этого плавного падения. Как ты от меня отцепилась? Давай еще одну попытку, а? Ты нас отпустил просто так, и мы на железные рельсы упали. Вы только посмотрите, какой я просто меткий снайпер. Просто со 100 метров в небе я их отпустила, и они упали не в воду, а на рельсы. Давайте, друзья, дружно. 3-4. Молодец, и сейчас я бросаю скорость 2. 3-4. Так, все, садись. Или я сажусь, или ты садишься. Ты давай, ты садись. Так, я хорошо. Уже... Бери ее на поводок, бери. Поводок. Держи, беру. Поводок, бери. Да, все взяла. Все, короче. Я сажусь, ты прыгаешь и просто два раза нажимаешь на вот это, на крылья, пробел и летишь куда-то вперед. Все понятно. Целься. А, так я не смогу, подожди. Все сможешь, просто прыгаешь и целься на горизонт. И ничего не делаешь. Фейерверки нужны? Фейерверки нет, не тыкай. Вот я только что тыкнул, и вы упали. Все. Хорошо, все. Давай. Я готов, если ты готова. Я не вообще не знаю, на самом деле. Давай. Два раза прыгают, W и полетели, да? Да, W, два раза прыгаешь и просто смотришь вперед на горизонт. Давай. Раз, два, три, сюда зелье кончается, давай. И раз, два, три, смотрю на горизонт. Что-то происходит? Я за тобой, я за тобой, за тобой. Куда ты обратно смотришь на горизонт? В одну сторону смотри, Кать. Горизонт, горизонт. Летим, свинюха, держись. Катя нас сейчас куда-то дотащит до деревни. Катя, летим с тобой до деревни. Если получится, конечно. Сколько действует зелье? Я не знаю, сколько оно действует. 10 секунд осталось. У нас уже закончилось зелье медленного падения. Чего оно так быстро проходит? Ну, я еще пока... Да? Попробуй долететь до острова. До острова попробуй долететь. Давай, давай, тащи нас, тащи, 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 тащи. Так, друзья, целимся, целимся на остров. А мне кажется, мы сейчас умрем. Нет. Я на дереве. А я... До свидания, родина. А я выжила! А свинья? Земля и пуховик.